смотрим. М? А у тебя бинокль есть? Нету. Светится, да? Ну смотри, как светится. Позорная труба нужна. Это селфи-палка. Ох, ё, софа. Сразу будет понятно, кого первого стрелять, поэтому я его не одеваю. Блядь. Деким? Деким? У тебя все в порядке? Так по полю точно не едет. Ты из-за камня видишь, что? Да, вот сейчас на пригорке, ты по реке смотришь. Смотришь, это на отсюда, то есть идете, там пригорок. 600 метров на своей метров. 600 метров. 600 метров ровно, я дальномером отметил тебя. Он смотрит на нас только аккуратно. Пригорок не вижу. Слева, справа от воды. Задымляются. Рик, давай в дымы, выше дымов. На вопросики кто сейчас? Правее. В какую сторону смотрится человек? Он, ну, к речке шел. Я убил Амера на севере. Ой, на западе, в поле. Добил. Прям по западу, посреди поля нас обходил.
Черная метка вот тут. Шайтан, можешь там оттянуться вот по этой? На какую метку? На метку мульта. Да, давай оттянусь. Пройди на запад и по низинке пройдешь ко мне. Вот, вот он пикает. Да-да-да, вещи. А один дальше. До него сколько, ты сказал? Сейчас давай еще раз перемерим. Вон. 260 метров вот до камня. Понял. Вон по траншее уходит на юго-запад. На юг даже больше. Вижу, двое уходят дальше на юго-запад. Трое. От нас 260 мульт. Понял. Через лес, да? Да, прямо окраина леса. Вот тут, что ли, синяя моя. Да-да, у них. Так, крик. Что, двигаемся, да, потихоньку? Да, двигаемся. Слушайте, на юге там есть красная железка. Смотрите, перебегать будете. М113 вижу. Она выбитая, да, уже? Север, да, север. Близко, близко. 100 метров. Кто говорит? Да вот, блядь. Вдоль реки. Берег. Вдоль реки близко, который реку смотрит. Наш берег или дальний? Да-да-да, наш берег. Метку поставил, метку поставил. Близко вообще. Вот. Минимум двое был. Потом не отойдешь, лучше не надо. Я реку перешел. Вижу. Ползком, ползком уползают по той стороне, по вашей, на север. Видишь меня? Не вдоль берега, а вглубь зеленки слева от тебя. Рик, смотри левую сторону. Смотрю. Одного только увидел, убил. Контрольные. Его контролить. Меня потерял, он где-то чуть ли. Проверка. Мульт. Меня выкидывал этот white list. Че, вы сдвиг да сделали? Нет, 122-40, смотри, вверх. Шайтан, ты слышал, да, тут? Да, да. Мульт, смотри, в этом лесу может быть кто-то. Там стопудов есть. Я думаю, сейчас по южной части пройти и потом завернуть. Ну, сильно в
смотрю, вот пригорок. Кромка леса, да? Наш около города где-то, три города. Ну, вот я у точки слышу, где-то в районе там шумит. А, это мульт? Да, да, это вот. Плохо слышу. Блядь, это вражеский, вражеский. Бегом. Принял. Ну я. У меня, короче, один. Одна ПГшка осталась вообще. Я не знаю, если я не попал. Ты в каком-то... Я... Ах, СВДшечек бы мне, блядь. Он может мне поискать в принципе туда. Куда? Вроде поискать туда. Давай, иди, иди. А, Барзай тоже иди. Не буду тебя жрать. Я по-моему дом подавляю, тоже из него не пострелять. Я тут нашел домики, более-менее. Там два беттера, как минимум, и танк. Бэху я даже не видел там еще. Я слышу бэху. Бэха в низинке на моей сети. Так, сейфся максимально, там еще время есть пока. А вторая? Бэха? Вот здесь вот стояла техника, она по мне стреляла. Да, ну вон метка стоит этого, блять. Бля, пацаны, я вышел в поле, а тут отделение, мне пизда. Сука, я вижу бэху. Я слышу бэху. Я тоже... В упоре у тебя, мою... Рамзас? Его убили. Не, еще бежит куда-то. Бежит? Это я бегу скорее. Дай про меня. Все следующие крылы. Все следующие крылы. По возможности, по возможности. Все следующие крылы. Проверка. Да. А у вас там пехоты нету? Куда она делась все? Нету. Странно. Я поставил, вот здесь плывет техника. Может они в нее погрузились и плывут, слушайте, мне кажется так. Thank you.
Враги на самом деле погрузились в БТР и решили переплыть залив к нашему западному триггеру. Но там их поджидал уже союзный танк, который, собственно, эту бэху выбил, и миссия завершилась нашей победой. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.